Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, помощник в решении домашних заданий. Номер 10, урок 27. Вычисли периметр прямоугольника, если его площадь равна 140 сантиметров квадратных, а длина 20 сантиметров. Найдем ширину прямоугольника. Для этого площадь этого прямоугольника разделим на его длину. 140 разделим на 20. Получим 7 сантиметров. 7 сантиметров – это ширина прямоугольника. 7 сантиметров – ширина, 20 сантиметров – длина. Найдем периметр данного прямоугольника. Периметр равен 20 прибавить 7 и умножить на 2. 27 умножить на 2 равно 54 сантиметра. Периметр данного прямоугольника равен 54 сантиметрам. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.